Сейчас Никишин будет трогать Бузову за грудь, смотрите. Дышит. Ну, опять не дышит. А дышит. Надо искусственное дыхание делать. Ну, вспоминай. ОБЖ. 11 класс. Рот в рот. Ну, и этот не прямой массаж. Подождите. Сердце. Что я скажу своему парню? А у меня его нет. Продолжайте. Нормально, я ему все скажу сам. Давай, бери. А ты бери, бери. Сердце. Да, непрямой массаж. Шутки нам дайте проговорить. Вы что, непрямой... Да подожди. Да, ну непрямой массаж. Непрямой массаж сердца. Сердец. Да. Это репетиция. Конечно, я... Не смеяться. Дык-дык. Дык-дык. Мне нравится играть в одном спектакле с Олей. Меня дрючит только Бузова, это хорошо. Нет, это я тебя дрючу. А это ты! Ян, слушай, просто даже одна фраза Юлина. Он включился. Зай, как может человек в квалификации ДС включиться? Да это просто... Блин, а я не пойму смысл. Вот я не пойму смысл руководства. Вот, ну, как бы вот это поощрять. Я не понимаю смысл этого. Типа, что у него подписчиков много, да, они все ржут над ним. Я не понимаю, зачем за него стоять горой? Вот зачем Юля его защищает? К чему это вообще? То есть одни усираются, знаешь, закрывают ДС, да? Ну, там, или там другие квалификации. Я просто знаю, что это такое. Что это за работа должна быть проделана, да? И Рен знает, и ты знаешь, и я... И глядя вот на такие вот истории, как с гусем, я, ну, реально обидно, реально просто, да, это подходящее слово, просто обидно. С какого хрена вообще? Какого хрена? Это сильно просто. Алиан,
Я придумала. Давай, Юля, ты... помнишь, я Гусев... с Гусевым в это WhatsApp разговаривала? Ну, я там, Антона, какая у вас там это квалификация? Давай, Юля, отошлем голосовые, которые он мне слал. Помнишь, как он тупил там 9000 пиви, вот эту такую херню? Вот пусть, вот просто интересно, что бы она сказала на вот этот его гон на человека в квалификации ДС. Там просто, я иногда просто даже это... Перед, ну вот я в Гага Сторис отсылала, помнишь, Вантик в его. И когда переслушивала эти сообщения, которые он мне слал, там такая херобуда, блин, просто кошмар. Причем вот про этого, да, который Сагамонов, который ДС под ним закрыл, ну это смешно просто. А он такой, вот, типа, просто ему повезло, что у него появился такой, типа, вот как Сагамонов, что вот, типа, ну, он самостоятельный, типа, сам ДС закрыл. Да, блин. Мало того, что, типа, он ДС, еще и под ним ДС, типа, он вырастил ДСа. Я ржу